Всем привет! Решил я сразу сделать ролик, показать, что у меня тут накрашено, намазано. Намучился я с этими полосками, увидел я вот такую фотографию, то есть картинку. Ну и решил с этой модели что-то сделать подобное. Их у меня две вот таких модельки, одна новая, а это уже видно затертая. Была, я там ее чуть подкрасил, подмазал. Ну, вот что получилось в итоге с того, что я решил ее намазюкать вот так вот с полосочками красными. Покрыл лаком, я еще не касался пальцами нигде, она вот такая вся блестящая. Наделал фотографии, вот столько фотографий я обычно делаю. Ну, а потом выбираю то, что поинтересней. Ну, я еще буду ее немножко там дорабатывать, разбирать ее не буду. Да, она старенькая была модель, там еще что-то стекла, не знаю, надо снутри как-то почистить стекла, попробовать. Стекла, смотрю на фотографии, затертые. Да, и вот эти вот передние полосы красные, что-то получились, так оно не видно визуально. На фотографии видно, что конфигурация двери машины неровная, и полоски вроде как неровно смотрятся на фотке. Ну, вот так вот, если сантиметров с 5-10 не приглядываться через увеличительное стекло, то смотрится она неплохо. Ну, вот вроде бы и все. Заменю колеса на вот эти. Пробовал зеленые, наверное, не буду ставить. Поставлю, наверное, вот такие. Поставлю такие колесики. И покажу, что получилось. Ну вот, вроде и все. Пока-пока. Смотрите предварительные фотографии еще недоделанной машинки. Ну, вот вроде бы и пока все. Thank you.